Hello, everybody, меня зовут Честер, я продолжаю играть в игру под названием Resident Evil Revelation 2. Эпизод 4 уже вышел, ну еще какие-то два дополнительных, которые мы обязательно посмотрим. Так что начнем, да? Начали. Мойра может наносить упавшим врагам дополнительный удар монтировкой. И обязательно же следует загрузка. Обязательно. И ранее в Resident Evil 2 кто-то оставил сообщение. Добро пожаловать в Кирлинг, где всему приходит конец. Я не знаю, о чем ты. Учись смотреть на действительность. Я думал, что считаю правильным. Что ты считаешь? Мы будем знать друг друга, как облупленные. Ты ее убила? Папа, прости, я была очень плохой дочерью. Старая Гарга заплатит за то, что сделала с Мойрой. Я тебя собственными руками разорву. Сейчас будет орать. Бабу на мыло! Resident Evil Revelation 2. Четвертый эпизод превращения, метаморфозис какой-то. Наше спасение — смерть, но не это. Хрен знает, что этот писатель не читал таких. You are perfect. Ты безупречный. Это видео стоит. Через 6 месяцев начнется уже мной. И мир очень сильно испугается. Скажет она. Фиксида капсулы, стерильные лаборатории, блин. Доброй ночи, моя дорогая. Сладких снов. All this time wasted. Все это упущенное время, вся моя жизнь, прелюдия к моему истинному рождению. Time to meet the cause of our misery. Пора встретиться с источником наших бед. Просто обалденно, блин, японцы, вы, блин, тестировали уже сколько угодно. Не могли до сих пор поправить это? Ну, насчет, видели, сейчас как бы звук отставал от ролика. Неважно, поищем, надсмотришься. Они обычно ПК-версии выпускали с запозданием, но тут дело в том, что выпустят на консоли, и на YouTube уже будет много роликов, уже все будут знать. И как бы сезон уже проспойлерен для PC-игроков, и играть уже будет не так интересно. Vita исключение. Они решили сделать на PS Vita будет выходить этот Resident Evil, тоже Revelation. Ну, с запозданием. Но он будет немножко изменен для того, чтобы не были такие спойлеры. Ну, хрен узнает, как они будут его поменять. Там немножко даже система поменяется. Посмотри на видеозапись. Почти все эти зоны, где мы были. Она следила за нашим каждым шагом. Мяка. Так, и чё, тут должно что-то быть? О! Улучшалка. Я, короче, себе улучшил, что теперь Клэр может добивающие удары делать, когда они на полу. Это нормально. Это круто. А то всегда надо переключаться за Мойру с монтировкой. Чтобы добить врага. Что тут у нас? Скоро будет выполнен перенос. И мой успех близок. Спенсер, бедный ты, жалкий старик. Последние годы ты провел в отчаянии в поиске секрета бессмертия. А умер ты. Так и не завершив свое исследование. Это же дело стоит. Мы это читали уже во втором эпизоде, по-моему. Что скажешь? Не знаю. Никак не могу просчитать планы надсмотрщицы. Стюарт, пожалуй, ты самый подходящий. Подожди. Стюарт.
Стюарт, пожалуй, самый подходящий телом все же будет... А, подходящим телом все же будет та маленькая девочка. У других кандидатов нет не тот потенциал, короче. Но эта девочка, нечто совершенно особенное. Она не способна испытывать страх. Да, она не испытывает страх, она как бы говорила даже Берри еще в первом эпизоде. Да, можешь монстры быть аккуратно. Что? Но я не боюсь их. Вот такой вот был диалог, типа. Это удивительно, если учесть то, что она... А, что она прошла и в столь юном возрасте пережила панику на серой земле. Это тирагрия, или как так называется. Потеряла всех своих знакомых, и у нее на глазах умерли родители. Пройдя такие ужасы, чего еще она может бояться. Единственная проблема — это ее возраст. Но эту проблему у нас... Разрешить время. Она идеальный кандидат для ваших задач. Она что-то типа... Хочет вселиться, что ли, мне? Ну, то есть, свой дух? Хрен его знает. Я так рассказываю, я люблю, ненавижу, пожалуй. А, мысли о Кафке. Вау, что за Кафка? О! What is this? Это Кафка. Это какашка, но только Кафка. Ха-ха. О, еще есть. Еще есть. Наверняка нам понадобится, потому что в конце может и у Мойры и с Клэр быть босс. Как мы пройдем? А где-то должен быть путь на ту сторону. Точно должен быть. Мысль о Кафке. Кафка, Кафка, Кафка. Кафка. Кафка, Кафка. Ха-ха. Ага, двигаем. Нет, не с этой стороны, видите, там как бы полосы такие остались. Ого. А здесь? Итак, мы прошли. Скорей! Скорей! Фига себе, это все компьютер, да? Или нет? А, это такая обшивка. Кайф, это гигабайты информации. Что за пчелиный улей? Оу. Наконец-то встретились. Фонарик отключил. Ты прошла весь этот путь, чтобы попрощаться. Как трогательно. Это уже сделано. Я поборола страх и заслужила право стать богиней. Блин, я помню эту его слова. Выходи из стекла, и я тебе эту богиню в жопу засуну. Осталось последнее испытание. Пройти последний рубеж. Она нас хоть слушает, а? Спасение моего брата стало смерть. Скоро она станет и моим спасением. Я разделю его судьбу, а потом превзойду. Что ты пытаешься сделать? Нам нас целится. Спастись. Чего? О, вот так. Или ее план уже удался? Ага, я тебя заметил сразу. Так валим отсюда. Что-то самоуничтожение тоже классика в Resident Evil. Черт, она себе башку прострелила. Надо валить отсюда, валим. И пусть все ответы... Надо к лифту скорее, я даже не успел прочитать. Я стою ненормальный в один гроб, не лягу. Побежали. О, музон. Я же надеюсь, правильно бегу, да? А то сейчас прибегу и там пипец. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. А поддержит это вот слова, любимые. Так,
Лифт. А, в жопу лифт. Лифт поломался. Пойдем, походу, по этой кишке, я так понимаю, да? Кишка чужих. Поехали. Бегом, проваливаем. Оу. Так, пока есть... Все. Пробег. Ты что, вижу, что-то не меняется. Только всякие эти происходят. По скрипту падают вещи. А где черт? О, жирная бутылка. У нас есть лучшалка? Ах, это плавал, у нас нет. Так, а, замки. Ба-бам! Мэра? Так. Все рушится, а я скрываю замки. Круто. Ящик для патронов для магов. Смогу я спрыгнуть по-крутому? А, хрен доплавал. А как спуститься? Я видел, спускаются люди. Может, альтом? Точно. Вот, а то я как идиот всегда спускаюсь. Дымовая бутылка. Не нравится мне это, серьезно. Вон, там, ящики двигались. Ладно. Это хоть не дымовая бутылка, но убила ее нахер. Смотри, баба, и вперед! Ой! Вот ты тварь! Убил? Да. Hell yeah. Это еще одно? Не, мне показалось. Не, где-то еще одна. Фух, успели. Вау. Шутишь? Охренеть. Аварийный выход. Охренеть. Вот и понеслась. Я-то думаю, где время же? Гавка. Нет. Пока что справляюсь. Оп. Бегом. Мы не можем отдать ей победу. Что за херня? А, просто обалдеть. Запуск второй фазы протокола. Сейчас можно паниковать. Круто. Сейчас можно паниковать. Пока что я справляюсь. Так, а как же спуститься туда и прихватить себе? А мы не можем отдать ей победу. Как же спуститься и не упасть, блин? Так, может здесь? Может как-то так? Но. Оп! По Гангнам Стайл. Так, быстренько. Время идет, но хрен его знает, может какое-то улучшение. Тихо. Чего? 2000 бонусов моих очков. Бегом отсюда. То я тут понимаю, можно падать. Ёп! Перный театр. Ну ее лечить можно, не надо. Вот что там. Дымовая бутылка. Передам это лучше Клэр. Не понадобится, наверное.
Ну, передать. Вот. Так, это возьмем. Пусть несет. Она же понесет, да? Ты ж несешь? Да. А мы посмотрим, куда это можно применить. А вот сюда, значит. А тут? Не, назад нам не надо подниматься. Волны. Мойра, ну чё там? Понеслась! Скорей! Клянусь, я выберусь из этой жопы живьем. Оп-оп-оп. Ну, давай. Все. Главное здесь не упасть. А, спрыгнуть. Оп. Здесь стоим. Что-то там не гладко, я так понимаю. Время останавливается, когда мы лезем куда-нибудь. Держись, я что-нибудь придумаю. Я уже придумал, вижу. Вижу. А, значит, как будет прыгать так. А мы ее протащим. Ты справишься, Клэр? Скорей! Так, что я должен сделать? Значит, так. Теперь, значит, это Мойра делает. Ну, двигай. Да двигай же ты, тупая баба. Да время смотри, какое. Что за параша? Или я не могу двигать, когда Клэр стоит здесь? Что за... Ну что, только что двигал. Что, разгон еще надо набрать, чтобы подвинуть ящик? Ну, в принципе, логично. Ты бежи, 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 бежи. Есть что? Кавка, шмавка. Идем, бежим. Мы ж не спасемся, наверное, если... Осталось понты секунд. Все рушится. Тогда бежим вниз. Бежим. Да беги давай. Беги. Черт. Да тут еще личинка эта. Черт, мы не успеем, наверное. А нет, не крыло. Блин, все взорвалось. То секунд не хватило, это Мура не хотела двигать ящик. Возможно бы хватило. И что, теперь у меня все? Откуда я начну? А далее может обнаружить личинок насекомых, которые потом можно выбрать. А, прибавили время. Так отдай. Патроны к пистолету. Бежим! Теперь должно, наверное, хватить. Черт. Жим. Так, там не забыть личинка еще будет. Черт, у нас аптечка вообще ничего нет. Здесь лучше спуститься так, потому что умру. Давай! Поехали! Ну!
Так, где личинка? Не, не здесь. Бежим! Где-то вот здесь вот. Отлично. Да беги, блин, плевать на дым. Чё, сюда? Точно. Прыгай, чтобы победить. Блин, тут еще одна личинка. Попал! Бежим. Надеюсь, не будет больше личинок. Ты справишься, у тебя получится. Что угодно. Давай. Вон дырка, вижу, сейчас спасемся. У-ху! Параша. Нас разделят сейчас. Нет, я только что видел кусочек краешка. Блин, привалило, походу. Фак! Мойра! Нет, нет! Не смей, мать твою! Мойра, о боже! Я тебя вытащу! Блин, как я вытащу? Нет! Клэр, спасайся! Черт! Ничего, не оглядывайся! Блять! Да блять! Да ну нахуй! God, help me. Господи! Японцы, вы козлы! Fucking fuck! Чё? Это такой эпизод, блин, коротенький. За Клэру Мойру. Как? Да. Ну ладно. Я на этом прощаюсь. Мойра is dead. Да. Печалька. Грёбаные японцы. Это. Увидимся в следующей уже. За Берри и Наталью, походу. Всем спасибо за просмотр. Пока.